Тебе нужно подстричься, Поппи. Хочешь чаю, Поппи? Угощайся. Упс, упала. Бедняжка. Ну все, Поппи, ты пойдешь со мной. Мы отправляемся в увлекательное семейное путешествие. Наконец-то мы отправимся в Лонглегс отпуск. А вот и наш поезд, бэйби. Поппи Плей Трейн. О, Хаги, вот наши билеты. А на малышке мы решили сэкономить. Шучу. Она еще слишком мала. Сажай ее в поезд, Дэдди. О, это наш первый семейный отпуск за долгое время. Мы предвкушаем восторг. О, моя шляпка. Я ее поймаю, дорогая. Эй, родители, вы куда? Упс, моя кукла. Эй, вы оставили ребенка. Привет. Ты. Привет. Оу, кто издевался надо мной? Пора тебе повзрослеть. Отправляйся в путешествие сама. Нет, без родителей мне будет страшно. Теперь ты не можешь мной командовать. Хотя, если это видео наберет 50 тысяч лайков, тогда я не нажму на рычаг. Эй, ребята, пожалуйста, помогите мне. Поставьте 50 тысяч лайков этому видео, и тогда я увижу снова свою семью. Прошу. Нет, пока-пока. Счастливого пути, бэйби Лонглегс. А где же поезд? Уже уехал. Прощай, поезд! Надеюсь, мы никогда не увидимся. Ой, ее родители. Дорогая, на вокзале опасно носить шляпу. Она может улететь. А где же поезд? Мистер Хаги, куда подевался поезд? Ваш поезд ушел. О, нет. Как вы могли отпустить поезд с маленьким ребенком? Когда следующий поезд? Вон табло. Конечно, следующий поезд через 5 минут. И 6 дней? Какой кошмар! Мы потеряли ребенка. Разрешите? Можно? А, сами разбирайтесь. Это моя вина. Что же нам делать? О, любимая кукла нашей малышки. Это все, что от нее осталось. Дорогая, не плачь, успокойся. Я ужасная мать. Спокойно, у меня появился план. У нас есть карта маршрута Поппи поезда. Все, что нам нужно, это построить свой поезд и отправиться за бэйби. Отличная идея, дорогой, поехали. Куда поехали? Давай строить поезд. Ау, моя шея затекла. Они задумали построить поезд, не выйдет. У Поппи есть свой план. Во-первых, нам нужна инструкция, как строить поезд. Во-вторых, доски. Куда ты уставился? О, Пиноккио! Привет, Лонглегсы! Привет! Едешь в отпуск? Не так быстро! Опс! Если сделать пакость? Опс! Мы отвлечем тебя всего лишь на минутку. Тебе не понадобится чемодан. Лучше не сопротивляйся. Оу, не тот инструмент. Не бойся, деточка. Ответь. 2 + 2 = 5? Это правда? Да? Да. О, да, как раз идеальная длина. Ай-ай, щекотно. Превосходно. Пиноккио любит школу, правда? Да. Отличненько. Еще одна ложь подходящей длины. Все, нам хватит досок. Спасибо, малыш. Удачного отдыха. Что? Окей, теперь буду всегда говорить только правду. Где мы начнем стройку? Дэдди, ты чего? Не заметил мою голову? Прости, дорогая. Лучше я положу эти доски, пока никого не сшибло моими длинными руками. Что там чешется? О, шуруповерт. Это нам пригодится. Здесь кругом одни чудики. Нужно разматываться. Ха! А ты что здесь делаешь? Да что тут происходит? Понял. Завязываюсь обратно. Фу, эти Лонглегс. Общий чат игрушек. Срочно. Мне нужна помощь. Спасибо, дорогая. Сейчас я быстро все вкручу. Эта стройка такая скукотища. Держи, Дэдди. Мы здесь, наша предводительница Поппи. Мои игрушечные братья и сестры. Мы должны саботировать постройку поезда. Вы поможете мне? Отвлеки их, мой пушистый друг. Доберешься как трехочковый. О, как!
такой миленький мишка. Ты бы так понравился нашей доченьке. Ты тоже рад нас видеть, дружок. Твой выход, поезд. Кран, опускай магнит. Поднимайте саморезы. Саморезы ликвидированы. Что за странный звук? А, мишка! Вам не построить поезд! Что его так испортило? Что? А где все наши саморезы? Коробка пуста. Я пойду в магазин. Зачем? У меня же есть длинные руки. Точно, мне стало совсем забывчивый. Что это? Рука? Пожалуй, с колой пора завязывать. Перехожу на воду. Мейсон? Ты опять прохлаждаешься вместо работы? Почему я все должна делать за тебя? А где саморезы? Это была странная длинная розовая рука. Я не знал, что делать. Вот эти саморезы. Поставь их на полку. Живее! Розовая рука! Не веришь? Посмотри по камере наблюдения. Видишь? Я же говорил. Одну минуту. Вот эти шурупы нам нужны. Отлично. Начинаем строить каркас. Закручивай, маме. Можешь помочь маме? Крути тут один шуруп. Окей. Фух. Готово. Не хватает парочки досок. О, приветик, Пиноккио. О, нет, опять. О, да-да-да. Этот брусок напомнил мне тостовый хлеб. А маме лучше всех умеет готовить тосты. О, Дженга! Давай сыграем. Я так давно не играла в Дженгу. Как же пойти? Давай, Дэдди, ты у меня такой умный и сильный. Я в тебя верю. Ну все, эти деревяшки мне надоели. О нет, я в ловушке. Нужно снова превращаться в куклу. Дэдди, не расстраивайся. А это что, кукла Поппи? Смотри, какой хороший каркас у нас получился. Я настоящий мастер спонтанной стройки. А вот из этого материала получатся красивые колеса. Нам нужен большой циркуль, чтобы колеса вышли ровными. Отлично. А ты, маме, вырезай колеса специальным резаком. Идеально. Покатись за колесом. Теперь прикрепим колесо к каркасу. И все-таки оно вертится. Вперед, колеса! Нас ждут великие дела. Прекрасно, все работает. Нам нужен еще один лист ДСП. Я знаю, где его можно одолжить. Оу, чудеса на стройке. Дэдди, для чего нам это? Включай свое воображение. Что? Воображение приведет нас к поезду. Неплохо. Не хватает только крышки. Подвинься, Дэдди. Какие увлекательные новости. Нам нужен шуруповерт. Что? Моя чашка. Это он. Нет, это она. Это все он. Это она сделала. Ты? Ты? Ребята, вы видели, кто из этих двоих уронил мою чашку? Подскажите мне ответ в комментариях. Это он. Нет, это она. Фух, мы молодцы. Надень наушники, дорогая. Сейчас будет громко. Что? О, какая приятная тишина. О, прекрасные наушники. Дэдди, ты где? О,
ты уже здесь. Я словно погрузилась в черную дыру тишины. О, да, вы будете очень долго вырезать каркас с моим музыкальным сборником. Я продолжу, дорогая. О, обожаю саксофон. Какая песня. Покружим на волнах музыки, дорогая. А? Что? Обожаю саксофон. Тише, деревяшка. Дэдди, что ты делаешь? Хватит петь, у нас куча работы. Прости, маме, мне подсунули не тот диск, а без нужного диска я не смогу работать. Ладно, я все поняла. Опять схожу в магазин. Это специальный спрей от монстров. Они не пройдут. Еще одна рука! Прячься, кто может! А, меня здесь нет! Ну все, нам нужен настоящий план. Это тот диск, который нужен? Спасибо, дорогая. Ты снова меня выручила. Продолжим работу. О, какая яркая фара. Время ставить планки. Как полезно иметь длинные руки во время стройки. Поднимаем. Что нам еще осталось сделать? Найти трубу, покрасить, отполировать. Эй, а это еще кто? Привет, ребята. Я бегу зажечь олимпийский огонь. Только мне нужно отдышаться. Ты думаешь о том же, о чем и я? Одну минутку, мистер олимпиец. Приветик. Привет, ты новенький? Да, и мне нужен новый факел. О, приятно познакомиться. Идеальная труба, только нужно потушить этот олимпийский огонь. О, а вот дым нам как раз и нужен. Наш паровоз готов отчалить. Дорогая, я принес краску. Стой, она же белая, а наш поезд цветной. Мой поезд белый. А, его просто нужно было раскрасить. Вот я глупенький лонглэкс. О, у меня есть идея. Да это не время считать деньги. Да нет же, смотри. Зеленый цвет готов. Вау, ты прав. А из чего бы нам выжать желтый? О, Дэдди, что? Держи краску. Я заставлю тебя плакать желтыми слезами. Смотри. Нет, мне все равно. Ладно, перед луком ты точно не устоишь. Нет, мне не страшен лук. Да что же тебя доведет до слез? О, есть один верный способ. Что, уведомление от банка? Сколько? Дорогой, я была на шопинге. Я накупила столько всего. О, нет. Мои денежки. Теперь у нас есть желтая краска. А где найти синюю? О, хаги-ваги. А, еще одна чашка. Ну сколько можно? Дай пять. Щепотка меха хаги-ваги. Синяя краска готова. Осталась красная краска. Может, лучше ты принесешь нам красную краску? Ты уже умеешь. Окей, я все сделаю. Ага, вот она. Держу. Попалась. Что это? Моя рука куда-то попала. Надо взглянуть. Идем. Теперь ты у нас в руках, рука. Оу! Что за дикари? Мы просто хотели взять краску. Спасибо. С меня хватит, идем, Мейсон. Магазин продается.
Я уже устала от этой бесконечной стройки. Сколько можно? Отдохни, дорогая, я все покрашу сам. Отлично, я как раз перекушу. Дорогой, ты так быстро закончил? Ох, маме, я так утомился. Я знаю, дорогой. О, смотри, наша бэйби. Я так по ней скучаю. И я. Нужно поспать. О, уснули? Ну, сейчас я вам. О, крошка Бэйби Лонглэгс. Это ее дневник. Она ведь так любила со мной играть. Я тоже скучаю по тебе, Бэйби. И скоро мы вновь будем вместе. Я помогу достроить этот поезд. С чего же мне начать? Инструменты? Нет, они уже не нужны. Декор? Нет, это поезд, а не музей. Колеса? Такие тяжелые! Нет. Поп-тью! Какой же ты длинный! Точно! Я сделаю из поп-тьюба и проволоки яркую большую пружину. Оу, сильная отдача. А это что? Глаз? Окей. Теперь поезд видит, куда едет. Надо выпилить решетку. О, да. Ой, я же милая. Клац-клац. Здесь нужны кнопки и красивая панель управления. И Кисси-Мисси, поможешь мне? Прости, нужно потерпеть. Вот, смотри, как ты хорошо получилось. Соберем все детали вместе. Подсветим поезд неоном. Готово. Привет. Что это за станция? О, привет, Бэйби. Будешь выходить? А! Пока. Странно. Чего-то не хватает. Точно, круглый рычаг. Ого, ручка. О, нет, я завела этот паровоз. Скорее, он скоро отправится. Маме, Дэдди, просыпайтесь. Поезд скоро уедет. А ты кто? У тебя дневник? Не пугайтесь. Я... Это Поппи, ожившая кукла вашей дочери. Ты? Так чего ты сразу не сказала? Поппи, наша Бэйби так тебя любит. Скорее, нам нужно в поезд, он сейчас тронется. О, мы опаздываем. Всем пассажирам поезд Playtime отправляется. Скорее в поезд. Но если мы уснули, кто достроил поезд? Бежим! Хаги, останови поезд. Мы не успели на него сесть, пожалуйста. И мы не увидим нашу Бэйби. Почему он тронулся? Поезд ушел строго по расписанию. Время есть время. О, нет. Как же мы встретим нашу Бэйби? Почему это горе случилось с нами? Что нам теперь делать, дорогой? Это все из-за меня. Ну вот, теперь и Поппи ушла. Нам нужен новый план. Может, построим самолет? Мам! Пап! Бэйби Лонглэгс, ты вернулась! Держи свою куклу. Ох, мы так переволновались. Слава, Плейтайм, с тобой все хорошо. Отлично. Путешествие самой. Вычеркнуть. Сделано. Алло, сестренка, я готова к следующей авантюре. Встречаемся в магазине. До встречи. Попались воровки. Вы арестованы. Тишина в суде. Сейчас колесо фортуны выберет для вас достойное наказание. Вики, тебя ждет удочерение. Маме, Дэдди, забирайте ее. А как же я? А ты? Отправляешься в детскую тюрьму.
Вот твоя камера, деточка. О, костюмчик для тебя. Переоденься. Что? Нет. Черно-белый — это скучно и не модно. Я не буду это носить. Тогда это твоя униформа. Какой позор. Может, наденешь хотя бы вот это? Ладно, это подойдет. Привет, деточка. Что ты хочешь надеть? Розовое? Нет, лучше выбери голубое. Нет, розовый — лучший цвет на планете. Что же выбрать, розовое или голубое? Ха, посмотрим, чем там занят Хаги. Овсянка? Он будет это есть? Ой, он идет сюда. Держи свой обед. А? Это мне? Я так не думаю. Это не в стиле Поппи Плейтайм. Сейчас он у меня получит. Ложечку за маму. Что? А? Кто это? О, нет. Атака овсяных хлопьев. Да поможет мне Скитлс. Фух, цель уничтожена. Упс. Ты не хочешь есть полезную еду? Ты еще пожалеешь об этом. А пока что можешь съесть немножко Скитлс. О, отлично. И чем ей каша не понравилась? Деточка, скушай пирожное. Не хочу. А может, бананчик? А может, кексики? Я ничего не хочу. Как там моя сестра? Что за шум? Мне просто скучно. Что? Солнце уже встало, Мэри. Мэри, пора вставать. Ку-ку, ку-ку. Нет, Хаги, отстань. Это не смешно. Ку-ку, Хаги разбудит тебя. Теперь я не выспалась. Но ты ответишь за это, Хаги-Ваги. Хочешь спать? Не выйдет. А? Что? Кто здесь? Сладкая месть. Ну и скукотища. О, пиратская шляпа. Нет. Я кое-что придумала. Привет, двойник Хаги. Что там у тебя? Я сделала твой портрет. Это мне? Еще никто не делал мне подарков. Здесь кое-что лишнее. Нет, нет, нет. Не порть его. Оставь глаз. Сейчас у меня есть кое-что получше. Что это? Хаги пиньята. Вот. Закрой глаза. Пиньята плейтайм. Это круто. Класс. Смотри, кто у меня есть. Новые игрушки. Юху. Устроим им веселую жизнь. О, нет, нет, нет. Полетели. Это тебе. Крошка Хаги. Какой ужас. Убери все немедленно. Еще чего. Твоя тюрьма, ты и убирай. А если так? Ладно, ладно. Я все уберу. Только не трогай фото. Видишь? Все будет чисто. Моя сестренка, как же я по тебе скучаю. Моя сестренка,
Как же я по тебе скучаю. Надо убрать в детской. Блюфренд. Бррр. Что он забыл в нашей вселенной? Как он здесь оказался? Это Вики. Детка, это твое? Я ужасно скучаю по своей сестре Мэри. Нет, мы не можем ее удочерить. Хотя, если это видео наберет 50 тысяч лайков, мы заберем ее к себе. Поставьте 50 тысяч лайков этому видео, и тогда я снова увижу свою сестру. Что это? Дэдди Лонглегс? Тише. Что ты тут делаешь? Не бойся, я заберу тебя отсюда. Давай осторожнее, чтобы Хаги нас не услышал. Я не один. Маме Лонглегс тоже пришла на помощь. Ого! А теперь выбираемся отсюда. Все чисто. Идем домой. Что? Где заключенная? Я потерял клиента. Нет ни решетки, ни девчонки. О, меня уволят. Мы удочерили девочку Хаги. Это теперь не твоя забота. Ладно. О, нет, выпустите меня. Какой грустный день. Папочка вернулся. Привет, папуля. Привет, мои малыши. Вот это твоя комната. Чувствуй себя как дома. Упс, старая фотография. Не будем вспоминать. А это что? Хаги нашел меня. Проверь, дорогая. Посмотри, кто там. Фух, это просто домашние тапочки. Хорошо, а когда я увижу свою сестру? Отдохни здесь и никуда не уходи. Всему свое время, деточка. Что они там прячут? Ребята, а вы запомнили, какой код нажимали маме и Дэдди? Пожалуйста, помогите мне найти мою сестру. О, а это еще что такое? Тайный ход? Куда он ведет? Что они делают с моей сестрой? Пичкают ее эмоджи? О, нет. Надо бежать отсюда. Мэри, где ты, деточка? О, вот же она. Выходи, хватит прятаться. Никого. Проверь под кроватью, дорогая. У-у, там только паутина. Никого нет. Бежим. Где же она может быть? Вот ты где. Не бойся. Идем с нами, деточка. Садись, Мэри. Ты должна наверстать пропущенные уроки. Будем слушать математику. Я сказала математику. Дорогая, не та кассета. Точно. Вечно я их путаю. Делай задание, Мэри. Математика – это суперсила. А я скоро вернусь вместе с физикой. Ну и скукотища. Цифры навевают на меня сон. Эй, детка, давай займемся чем-то поинтереснее. Вот так, надевай. А теперь сбивай коробки. Как можно больше. Мэри? Отлично. А теперь бей сильнее, давай. Упс, мами. Плохая игра. Икс равен боли и страданиям. Молодцы, ребята. Ненавижу цифры. Продолжайте, я скоро вернусь. 375 равно... А что, если что-то перекусить? О, загадочная газировка. Кола Лонглекс. Попробуем. Я сделаю себе коктейль.
странный вкус. Что? Только не это. Дэдди, смотри. Ха, жуть. Чего ты смеешься? Надо помочь малышке. Вот, выпей лекарство. Что со мной? Мое зелье сработало. Теперь ты наша особенная дочка. Идем, Мэри. Дэдди, не спи. Стойте. Куда вы меня ведете? И что вы сделали с моей сестрой? Мы просто сняли с ней крутой тренд из ТикТока, видишь? Окей. И где же она? Вот здесь. Мэри, привет. Привет, Вики. Наконец-то мы вместе. Это моя игрушка. О, как это мило.